Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Коммунальщики боятся, что не соберут денег на отопительный сезон. За две недели апреля собираемость коммунальных платежей сократилась на 13% к уровню 2019 года. Об этом говорят представители поставщиков ресурсов. В целом долг за коммунальные услуги в Кировской области превышает 5 миллиардов рублей. Без средств предприятия не могут провести подготовку к новому отопительному сезону, говорят в правительстве. И напоминают, что самоизоляция не повод не платить за ЖКХ, ведь можно воспользоваться дистанционными способами оплаты. Программа «Экономика». Власти начинают готовить план открытия торговых центров. Предложение в правительство внесет ВТПП. Об этом рассказал президент палаты Андрей Усенко после встречи губернатора со владельцами крупных торговых центров. Руководители торговых центров, с одной стороны, продекларировали то, что идут навстречу своим арендаторам, с другой стороны, обратились к губернатору с целым рядом предложений. И эти предложения Игорь Владимирович прокомментировал, и они касаются постепенного открытия некоторых отделов, которые возможно открыть с соблюдением всех санитарных норм. Это были вопросы, связанные с кадастровой стоимостью имущества, и здесь тоже определенные решения были приняты. Это были вопросы понимания перспектив развития ситуации после окончания ограничительных мер. Последствия, по словам предпринимателей, будут ощущаться как минимум полгода. Что касается поддержки для торгового бизнеса, которая уже обозначена, то для предпринимателей снизят налог на имущество пропорционально сроку, в течение которого площади невозможно было использовать. Взамен они должны снизить аренду. Экономика на 101 FM. Стройки будут останавливать, если там не соблюдают санитарные нормы. Об этом заявили представители Минстроя на совещании с представителями этой отрасли. Сейчас строительные работы в Кировской области ведутся при условии соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности. Представители министерства собираются совместно с Роспотребнадзором посещать строительные площадки, чтобы проверить соблюдение рекомендаций. Если будут выявляться неоднократные нарушения, стройки будут останавливать. В сфере строительства без коронавируса сейчас отмечается снижение. По итогам первого квартала 2020 года объемы введенного жилья в Кировской области упали на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 2019-м отмечалось снижение по отношению к предыдущим двум годам. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.